7 марта в 18:30 в Даугавпилсском государственном театре снова премьера. На суд зрителей будет представлен спектакль «Битва экстрасенса», который поставлен режиссером Ивором Лусисом по пьесе современного российского драматурга Василия Сигарева. Для городского театра это уже 8-й по счету премьерный показ за сезон. Для режиссера – 4-й спектакль, поставленный на сцене Даугавпилсского храма Мельпомены. «Битва экстрасенса» – это латышская версия спектакля «Детектор лжи», премьера которого состоялась в этом году в феврале. Так что Иварс Лусис попробовал себя в необычной для него роли – роли переводчика. Это одна из самых таких красноречивых пьес, вообще, которые я читал из молодых авторов, из авторов последнего времени, которые, ну, стоящие авторы, да. На русском языке такие классные такие выражения есть, и в том и была эта сущность, суть всей трудности, что очень-очень трудно переводились как раз вот эти красивые словосочетания. Приходилось искать, потому что латышский язык не столь богат матом. Нет, матом в хорошем смысле этого слова, потому что здесь мат использован очень таким, ну уже готов для сцены. Он не груб, он скорее всего, ну, остроумный такой. «Битва экстрасенса» – это смешной спектакль о ваших соседях. Это рассказ о простой семье, о супружеской паре. Он прячется за газетой и думает, где бы выпить. Она – эмоциональная особа, вечно всем недовольная. Кажется, что в этой семье уже никогда ничего не изменится. Но появляется он – экстрасенс. Скажем лишь о том, что роль экстрасенса на себя примерил популярный латышский актер Янис Яренс, который уже хорошо знаком с театралом Даугавпилса по таким работам, там, как «Сон в летнюю ночь» и «Орлы стриптиза». Ну, мы с Яренсом знакомы уже более 20 лет, как бы и уже в некоторых спектаклях, когда я еще работал тоже актером в Риге. Мы играли даже вместе в спектаклях, и, можно сказать, мы уже дружим долгий такой промежуток времени, и вышло, что в этом году я с ним работаю уже над третьей постановкой в течение года, в которой он у меня участвует. И я, как своему другу, не желая зла, всегда стараюсь давать роли, которые отличаются от предыдущих. Интересно было просто попробовать, вот раскусит Яранс или не раскусит. Мы с ним уже разругались уже раза три насчет этой роли, да. Но, по-моему, он очень стремительно и правильно идет в ту точку, которую мы наметили изначально, и там может получиться что-то очень интересное. После работы над спектаклями «Детектор лжи» и «Битва экстрасенса» Ивар Лусис теперь точно может ответить на вопрос, по-разному ли преодолевается конфликт в русских и латышских семьях. Есть такое, ну да, восприятие насчет того, что русские люди темпераментнее, или они очень открыты душой, и да, действительно, в повседневной жизни они темпераментнее, открытие, чем, может быть, латыши. Но я скажу вам так, что латыш – это заснувший итальянец. Его надо разбудить! И тогда, знаете, сколько там темперамента оказывается, они не только могут тихо идти полоть грядку, да, но и это, ну, как мотыга, тяпка и кого-то тяпнуть, да. Как бы, ну, и эта пьеса как бы этого и требует, что здесь нельзя, ну, так общепринятом, как бы, латышском темпераменте все так очень важно, так основательно играть, да. Здесь нужен темперамент, здесь нужен как раз темперамент итальянцев. И, ну вот мы и пробовали ее пробудить в латышах, оказывается, он есть. К какому же выводу должны прийти зрители после просмотра этой психологической комедии? Поинтересовались мы у режиссера в завершении нашего разговора. Любите друг друга, это же так просто.